советское время единственный лагерь православный. Я его директор 45 лет. Это тысячи детей подают. И такие вот бывают. Родители приходят и боятся оставить его. Что с ним есть? Я узнаю, они отвечают. Акклиматизация 2 недели. Это потом такого же Паша делать. Вот такой, как говорят, хомячок. Вы льготы можете какую-то, ведь какую? Ну вот как дед, дед огнелся, у него пена идет. И деда пена. Я говорю, мальчику сколько? Да уже 9. Добавьте еще 5 лет. 6 лет. И девчонки такие, ему надо? Нет, чтобы пенистый Паша был здесь. Поговорили. Они приезжают через 2 недели, как прекрасный парень, вообще ничего нет. То есть они привыкли, они вроде предели, они находятся, он выполняет все, но сонливый. Вот так вертикальная лестница у нас башня была, он дополнительно залез, отцепил. Есть такой медведь, который спит. Кто знает? Ленивец. Ну, такой. И вот он прямо спит на лестнице. Но тут уже надо было наблюдать, что с ним будет. Ты, Андрюша, понял? Нет? О тебе забота. У меня тут приехала одна женщина была, внук, он это тоже с бабкой заигрывает. Достоевский говорил, 10-летние и уже развратные, точка. 10-летние и уже развратные. Так 10-летние, а у нас сидит мальчик, где-то ему 8 лет, там 5-летнюю девочку изнасиловал. А что бы было бы это? В Элладе мальчик поймал перепелку и отстриг ей ножки. И заседал Верховный суд Греции Эллады и приговорили к смертной казни в этот же день погибели. Почему? От него не должно быть потомства. Вот как жили. Это не нам считай, государство было. Тысячелетия стояли. Они заботились о будущем поколении. Я думаю, замечали, вот нету, еще ставлю, делаю. Одна радость принимать таких детей. Но я перестал принимать, которые играют в компьютерные игры. Играл? Вот это сатана где. Так, теперь на крестиках у некоторых. Крестик. И там Архангела Михаила. Не обманывайте сами себя. А вчера был батюшка, и батюшка сказал, нигде запрета нет. Я запрет не ищу. Для себя запомните. 2 Коринфянам 11.14. Второе послание к Коринфянам. 11.14. И неудивительно, что сам, слово «сам», подчеркиваю, «сатана» принимает вид ангела света. Поэтому на крестах, где нацеплено что-то, немедленно все здесь снимите. И вот таких я нашел, вот эти двое маленьких отроков. Сжечь! Церковь не установила, потому что мы не знаем, какой ангел. Ангел с большой буквы «сатана-ангел» принимает вид ангела света. Это определенно, Павел говорит, сам. Слово «сам» он подчеркивает, что не рядовой демон. Не рядовой, как Лев Толстой говорит, черт. Мы не знаем, как он выглядел, поэтому мы не можем его никак запомнить. Поэтому на кресте ничего не должно быть. Крестик. А сатана не может крест. А почему? У него, говорит, материала нет. Мы ангелов не можем отличить. Он вид ангела света принимает. Благоухание такое. А крест мы знаем. Крест – символ любви. И сатана ему как огня боится. А это уже придумали, там продают где-то. А я в Дивеево купил. Ну, все в Дивеево торгует этим. Вторым Коринфянам. Все. За стол, поворачивай. Рот забивай, когда поделаешь. Это у нас.